Павлодарская спортсменка завоевала серебро на чемпионате мира по батутной гимнастике. Это первая награда такого уровня как для юной гимнастки, так и для региона. О чемпионке из Павлодара в нашем следующем сюжете. В общекомандном зачете Казахстан показал 6-й результат на чемпионате мира в Болгарии. В своей возрастной группе павлодарская спортсменка соревновалась с представителями 51 страны. По словам тренера, конечно, было сильное желание победить, но оценивали свои шансы они адекватно. В Павлодарской области это первая медаль именно по батутной гимнастике, именно по батуту. До этого у нас медали были на акробатической дорожке. Именно на чемпионате мира, вот это вот первая медаль Вики. Да, турниры были, но они не так ценятся. Гимнастика Виктория Батулина занимается с 6-летнего возраста. Спортсменка уже участвовала в нескольких международных турнирах и выигрывала у именитых оппонентов. До этого у меня есть медали с международных турниров с Италии, Амстердама, Португалии. Вот. И получается, я до этого ездила на 4 чемпионата мира. В Питере только в 2018 году я была в финале, и получается вот сейчас вошла в финал и выиграла. Спасибо! Дети! Работай! Жестко! Наверх! Дай! Как рассказала тренер спортсменки Екатерина Свиридова, ее талант в прыжках на батутах заметили сразу. На уровне страны ее подопечной нет равных. Уже с раннего возраста она показывала высокие результаты. И они ждали своего шанса. Было очень волнительно, особенно, наверное, в предварительных соревнованиях. Получается, ну, потом, когда уже поняла то, что я в финале, я уже почувствовала какую-то уверенность, то, что могу занять место. И в финале поспокойнее уже выступила, и потом, когда результат увидела, конечно, радость и неописуемые эмоции. Следующая цель павлодарской спортсменки и ее тренера – это получение лицензии на Олимпийские игры. Для этого нужно продолжать завоевывать призовые места на чемпионатах мира. Следующие летние Олимпийские игры пройдут в 2024 году во Франции. Ермек Сапаров, Досымбек Токай, Ертіс Ақпарат.